Всем привет, у нас в продаже появляется Mazda 3 2019 года выпуска с двигателем объемом 1,5 литра, который выдает 120 лошадиных сил. Задний ряд сидений у нас в идеальном состоянии, никаких дыр, пятен нет. Передний ряд сидений также в идеальном состоянии, никаких пятен, потертости нет. Также присутствует электропривод водительского сидения. Давайте пройдемся по комплектации данного автомобиля. У нас присутствуют 4 электростеклоподъемника, электрорегулировка зеркал с функцией складывания, управление парктрониками, стабилизацией, память водительского сидения, мультируль с круиз-контролем, присутствуют подрулевые лепестки, большая штатная мультимедиа, двухзонный климат-контроль, обогрев рулевого колеса, подогрев передних сидений, клавиша старт-стоп, два подстаканника, выбор режима езды, управление мультимедией, автохолд и центральный кожаный подлокотник. Также на автомобиле присутствует проекция. Пробег на данном автомобиле составляет 63 тысячи километров. Давайте запустим автомобиль. Автомобиль запускается отлично, никаких ошибок не горит. Если вам понравился данный автомобиль, все контактные данные находятся в объявлении. Приобрести автомобиль можно за наличный расчет по системе TradeIn, либо в автокредит. А находимся мы по адресу Азина 83, автосалон столица. Всех ждем. I hear you crying like an angel in my motherfucking chamber.